За новогодним настроением на главную площадь города. В Иванове полным ходом идет подготовка к праздничным гуляниям. Второй год подряд на Пушкин развернется ярмарка, где горожане смогут купить подарки, сувениры, а также полакомиться и согреться безалкогольными напитками. Всего 32 домика-шале. Конкурсная комиссия внимательно изучила заявки предпринимателей и выбрала самых достойных. Организаторы учли прошлогодние пожелания жителей и дополнительно установили несколько столиков, за которыми можно перекусить. Торговля начнет 22 декабря. На этот день намечена встреча Деда Мороза. Народное гуляние продолжится вплоть до Рождества. С 16 часов практически каждый день будут проводиться либо мастер-классы, либо концертные программы детей. Поэтому начинает работу официально новогодний городок с 16 часов до 20 часов. И мы всех приглашаем с 16 до 20 посетить, что-то приобрести, перекусить. Можно будет прийти и научиться делать сладкую вату, изготавливать какие-то кушания. Я думаю, что это будет весьма интересно, тем более, что это будет сопровождаться и с призами, и с лотереями, с выигрышами.